Здесь то же самое. Есть первая нота, первая, вот, все закрыто. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, и вот она седьмая. Она самая высокая. И самая низкая. Какую ты ошибку допустила? Я начала открывать с этого пальца, а надо было с безымянного. Абсолютно верно. Первым у тебя открывается. Нет, вот ты ошибку допустил. Во-первых, повесь ее на руку, она у тебя никогда не вылетит. И я буду спокойна о том, что ты ничего не... Все. Открой умышленно, неправильно. Умышленно, неправильно. Ага, вот это неправильно. Вот сделай это осознанно. Слышишь меня? Угу. Просто тебе нужно пройти вот это состояние ошибки и осознать ее дальше. А вот этот пальчик, он у нас, видишь, он, вот посмотри на него, как он выглядит. Он слегка недозакрыл, то есть создал щелочку. Создал щелочку, значит, там уже идет продувание воздуха, и нота уже не точная. А, это когда я начинаю уже вот так его опускать? Да, вот